Здравствуйте! В эфире «Точка зрения». Из резерва в руководители. Тема сегодняшней программы. Обсудим уникальный проект, который реализуется в нашем регионе. По силам ли недавнему выпускнику вуза должность директора сельхозпредприятия? Об этом будут рассуждать мои собеседники. Галина Трибунах, директор открытого акционерного общества «Звезда» Чечерского района. Здравствуйте, Галина Петровна, спасибо, что приехали. Здравствуйте, Ольга, спасибо, что пригласили. Максим Чукунов, директор открытого акционерного общества «Немки» Ветковского района. Здравствуйте, Максим Андреевич. Здравствуйте, Ольга. Галина Кудин, координатор школы молодого руководителя при Гомельском облсполкоме. Здравствуйте, Галина Адамовна. Здравствуйте, Ольга. И Евгений Гарамьев, директор сельхозпредприятия «Светиловичи Агро» Ветковского района. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Итак, в этом году в Гомельской области состоялся первый выпуск обновленной школы молодого руководителя. В начале программы предлагаю посмотреть о ней сюжет. Проект «Школа молодого руководителя» на Гомельщине реализуется с 2018 года. Однако в этом году его решено было переформатировать. Из 290 претендентов отобрали около 30 человек для прохождения стажировки в лучших хозяйствах области. Учитывалось все – и профессиональные навыки, и способность работать в коллективе. В 29 лучших предприятиях будет введена должность заместителя руководителя по производству. Эта должность рассчитана на то, чтобы вы туда полно пришли на работу и прошли все этапы. Впереди у нас весна посевная. Посмотрели, как надо работать в растениеводстве, как работает лучшее хозяйство, какая структура площадей. Подошли к заготовке кормов. Посмотрели, какие травы, какие корма используются и как заготавливаются корма для общественного животноводства. Подошли к уборке зерновых культур. Ну и фактически осенняя посевная. И с 1 ноября 2022 года те, кто пройдут эту практику, будут назначены руководителями предприятий. Практика в хозяйствах меньше всего похожа на теоретическую учебу. Филиал «Морозовичи Агро» Гомельского химического завода – лидирующее предприятие на Будокошелевщине. По итогам прошлого года оно первое в подготовке кормов и надоях молока. Директор Александр Хаврученко сразу же знакомит слушателя школы молодого руководителя Илью Немцева с особенностями сельхозпредприятия. Ранее потенциальный руководитель занимал должность заведующего мехдвором в соседнем хозяйстве. Прежде чем отправиться в поля, обязательно согласовывается план работы. Илья Немцев активно интересуется разными аспектами хозяйствования. Видно, что человек старается. Я думаю, с него получится в перспективе руководитель. То есть он больше смотрит управленческие процессы. Он уже работал в сельском хозяйстве. Поработает у нас, может, еще где-то. Думаю, проект рентабельный. Последняя точка маршрута – молочно-товарная ферма, святая святых хозяйства. Насколько качественным будет питание коров, настолько успешным будет и молочное производство. Илья Немцев постепенно входит в курс дела. Еще много чего предстоит освоить, но молодому человеку интересно все. Я постараюсь все-таки стать, правда, вот хорошим руководителем, именно чтобы, куда бы меня ни поставили, в какое хозяйство, я со своей стороны приложу все усилия, чтобы вывести это хозяйство на более высокий уровень. Вот. Я живу сельским хозяйством, поэтому хочу, чтобы оно процветало. Кроме практики в хозяйствах, обязательные сессии. Молодые лидеры делятся своими впечатлениями об учебе и работе на местах, высказывают свое мнение и руководители ведущих хозяйств АПК. Мероприятие очень нужное, потому что когда пришел молодой руководитель в хозяйство, и тем более, если он и не работал в этом хозяйстве, и не знает людей, то ему, конечно, очень сложно. Очень большие молодцы, и думаю, что у них успехи будут очень хорошие, потому что они стараются, они работают, они возвращают в некоторых, в хозяйствах, они возвращают специалистов, которые работали и ушли по каким-то причинам с хозяйства, налаживают работу, налаживают производство.
После окончания губернаторской школы молодого руководителя 13 человек получили шанс на практике проявить себя в новом качестве. Самые амбициозные возглавили так называемые проблемные хозяйства. Для бывших инженеров, мастеров и механиков, которые полгода изучали основы управленческой работы, это своего рода аванс за хорошую учебу. Конечно, они назначены в проблемное хозяйство, это не лучшее хозяйство, но у них есть прекрасная возможность для того, чтобы показать себя, зарекомендовать. Сейчас, когда в стране стоит вопрос продовольственной безопасности, действительно, мы возлагаем на них большие надежды. И почему нет? Это будущие председатели райисполкомов, ну, как минимум. В эфире «Точка зрения» из резерва в руководители. Тема нашей сегодняшней программы. Галина Адамовна, какой проходили отбор будущие участники этого проекта, который журналисты сразу же окрестили губернаторской школой? Отбор первоначально был на районном этапе. Это были подобраны лица, состоящие в резерве руководящих кадров на должности сельхозруководителей организации. И они были направлены для проведения собеседования в область. В собеседовании принимал участие, вы видели из сюжета, губернатор. Это было достаточно большое количество, 290 человек. И таким образом, оговорив все условия, которые предлагались молодым руководителям, мы отобрали людей вот для первого этапа. Но вот раньше выпускников этой школы не готовили на самую высокую должность в хозяйстве, на должность директора. А в этом году вот такой действительно кредит доверия, такой аванс от губернатора, ребята стали директорами. Их готовили, но не так предметно, не так практикоориентированно. Это действительно инициатива губернатора, сочетание изучения теории с практикой. Это возобновление института наставничества, это приглашение преподавателей сельскохозяйственных вузов, Академии управления при президенте Республики Беларусь. Это контроль за усвоением теоретических и практических знаний в виде экзамена в форме тестирования. Это все достаточно очень так серьезно и структурированно выстроено. Как подбирали наставников для участников проекта? Наставники – это руководители базовых сельскохозяйственных организаций, это руководители, которые достаточно давно уже работают в сельском хозяйстве, у которых достаточно высокие результаты в производстве. И легенды нашей области – это Кобрусев Аркадий Тарасович, это Шпаков Григорий Куприянович, ну и ряд других руководителей. Кроме того, мы старались предусмотреть, чтобы территориально было удобно общаться в плане логистики наставнику и нашему молодому руководителю. Максим Андреевич, вы, наверное, самый молодой руководитель сельхозпредприятия в Гомельской области. Судя по всему, да. Вам 24? Да. Когда вы пришли в хозяйство, был страх, как вас воспримут более опытные ваши подчиненные? Ну, я хочу сказать, страха как такового не было. Были небольшие сомнения, но после беседы с губернатором были получены определенные заверения, что нас поддержат, нам предоставили наставников, с которыми мы можем в любую минуту поговорить, обговорить какие-то проблемные моменты. Ну и после этого я стал более уверен в себе. И ваш наставник сегодня в этой студии, Галина Петровна. Максим, какой самый ценный совет вы получили от Галины Петровны? Что нужно всегда оставаться человеком. Даже если где-то твой сотрудник получил дисциплинарное взыскание, совершил ошибку, то всегда нужно в жизни при любом стечении обстоятельств прийти ему на помощь и выручить его. После этого построятся по-настоящему коллективные отношения. Спасибо, Максим Андреевич. Галина Петровна, а сколько вам было лет, когда вы стали директором хозяйства? Директором хозяйства я стала в 42 года. Тоже молодой возраст? Относительно, да. Что было самым сложным на начальном этапе для вас? Ну, сложным было практически все.
Сложным было то, что я пришла неопытным руководителем тоже в хозяйство и понимала, что есть специалисты, есть рабочие люди, те, которые уже за плечами прошли не один десяток лет, и мне с ними будет очень сложно, потому что у меня нету того опыта, у меня нету тех знаний, которые уже были у них. Поэтому нужно было находить к людям подход. Много было производственных моментов, которые тоже нужно было решать, а я не понимала в то время еще, как их решать, куда нужно идти, где помощи просить. Поэтому, ну, поначалу было сложно все. Но когда я поработала в хозяйстве, первые несколько даже, ну, я так вам скажу, дней, я уже стала понимать, что самое главное, нужно найти подход к людям. Самое главное, уметь общаться с людьми. И то, что ты не знаешь, не понимаешь, даже... Тот механизатор в хозяйстве, он же сегодня работает в поле, он знает каждое поле, он знает каждый клочок земли, он каждый знает уголок. И подойди к нему, сядь не как со специалистом, а как просто с рабочим, но человеком, который с твоей семьи, с этого хозяйства. И он тебе очень много расскажет, ты очень много поймешь с этого. Поэтому я изучала каждый участочек земли благодаря механизаторам. Потому что не было главного агронома в хозяйстве. То, что касается животноводства, главный зоотехник был с опытом, со стажем. И на сегодняшний день мы работаем вместе в одной команде, в одной упряжке, Елена Тихоновна. Поэтому вот потихонечку оно все приходило. И казалось, что уже когда я отработала там месяц, два, три, мне казалось, что я и работала в сельском хозяйстве. Потому что когда находишь подход к людям, тогда... Очень легко работать. И когда работаешь и сам на уровне всех рабочих, механизаторов, водителей, операторов машинного отдаления, тогда и люди начинают понимать, что ну, руководитель не просто пришел руководить, а человек пришел работать для того, чтобы семья была действительно сплоченной, коллектив был дружным, чтобы все работали на отдачу. И чтобы был результат. И чтобы на результат обязательно, потому что я даже не представляю, как можно работать, чтобы не было результата. Это совсем неинтересно. И если мы не работаем на результат, значит, это не наше место, значит, мы пришли не туда. У нас просто не получается. Мы не можем, значит, быть руководителем. Как вы думаете, сколько нужно времени для того, чтобы действительно узнать все тонкости, все особенности хозяйства и почувствовать себя в полной мере руководителем? Ну, это зависит отдельно от каждого человека. Кто-то может быстро понять, кому-то надо больше времени. Поэтому если вникнуть очень серьезно и хорошо в работу, то все это быстро поймешь. Была такая ситуация, Галина Петровна, которую сегодня уже вот с вашим нынешним опытом вы бы разрешили по-другому? Сейчас да. Сейчас я многие моменты думаю по-другому. Но на сегодняшний день у меня есть, помимо всего, что я наработала, но есть еще и авторитет. Конечно, многие моменты получились бы совсем по-другому, можно было решить. Но тогда, когда у тебя нет опыта, нет авторитета, то я считаю, что у меня получалось неплохо. Ну, у нынешних руководителей, которые вот, окончив школу губернаторскую, заступили на свои новые должности, у них есть большое преимущество, у них есть возможность обратиться к наставнику. А у вас такой человек был, к которому вы могли обратиться с советом? Нет, у меня такого человека не было. Поэтому пришлось самой вникать и вместе с командой во всем разбираться. Как вы думаете, может ли молодой человек быть... таким же эффективным, как опытный? Может. Но это тоже зависит все от человека. Насколько у него есть желание быть эффективным, насколько у него есть желание стать настоящим руководителем. Потому что без желания, даже если есть опыт, то не все может получиться. Но если есть желание, значит, он наработает и опыт, и у него все получится. Вы были наставником у Максима Андреевича. Да. А вы увидели в нем вот эти лидерские качества? Да, увидела. Он такой настойчивый парень. Он может вести диалог с каждым работником. Потому что я вот расскажу, мы, когда я была в него в хозяйстве, мы были и на ферме. Невзирая на то, что он еще только вот пришел, молодой руководитель, его только назначили в хозяйство, он уже умел разговаривать с людьми, со специалистами. Он уже знал к некоторым из них подход.
Он понимал и знал принцип работы. Ну, быстро как-то он начинал схватывать и понимать весь принцип этой работы. Поэтому уже если спрашивали у него, а вот там есть проблемка, да, да, я уже знаю, это мы будем поправлять и все, все сделаем, все поправим. Максим Андреевич, я думаю, что приятно слышать такие слова от своего наставника. Что помогло вам влиться в новую работу? Поддержка на всех уровнях, начиная от облсполкома, райсельхозпрода. Ну и коллектив поддержал меня сразу, как я пришел. Поняли, что я молодой, что мне нужна поддержка. Как бы это помогло влиться и начать работать. Повезло с командой? Я считаю, что да. Вопрос ко всем. Как вы думаете, вообще можно ли научить человека руководить? Я считаю, что нельзя. Ну, я как управление считаю, что можно и нужно. Конечно, нужны задатки определенные. Когда у человека сформирована лидерская составляющая, проще. Но искусство управления – это самое сложное из искусств. Но им нужно овладеть, подкрепив это необходимыми знаниями. И наш проект «Школа молодого руководителя», будем надеяться, тому подтверждение. Безусловно, у наших участников проекта уже есть определенный профессиональный опыт – определенные задатки, но и мы учим их руководить. Для этого создан проект. Найти, подобрать амбициозных, перспективных руководителей, которые, за которыми будущее, за которые будущее развития агропромышленного комплекса области. Ну вот вы сказали амбициозных. То есть уже изначально у человека должно быть такое стремление. Да, но мы слышали сегодня даже Максим Андреевич, он говорит, я, конечно, сомневался. То есть какие-то сомнения присутствовали. Но если на таком высоком уровне губернатор их поддерживает, районные местные исполнительные власти, и мы как координаторы проекта, то все у них получится и получается. А людям, у которых не возникает сомнений, мне кажется, они такую должность доверять не стоит. Я согласна, что это ставит такой большой вопрос. Да. Я должна сказать за наших присутствующих в студии участников проекта, что они взвешенно подходили к принятию решения. У нас Максим Андреевич согласился возглавить хозяйство на этапе собеседования. То есть, глядя в глаза губернатору, он сказал, что да, я согласен, но мне нужно посмотреть хозяйство все-таки, куда меня назначают. Ну, а оценив свои возможности, Евгений Николаевич уже гораздо позже дал согласие. То есть у каждого свой выбор, и они несут ответственность за этот выбор. У Евгения Николаевича другая ситуация. Вы до этого 8 лет работали в этом хозяйстве, в которое потом пришли уже в новом качестве. А тяжело было перестроиться? Да, изначально было очень сложно, потому что люди привыкли, наверное, несколько к другой манере общения и работы. Сейчас как бы поменялся даже подход, вот после, мой подход к людям, которые работают. Пройдя вот эту всю школу молодого руководителя, побывши в другом хозяйстве, передовом хозяйстве нашего района. Это дало определенные навыки, где-то знания, где-то умение решать какие-то те или иные проблемы на том, опять же, или ином уровне. И, естественно, исходя из этого, поменялся вот подход. Требования повысились к людям, которые сейчас там работают, ну и, естественно, в первую очередь к себе. Конечно, если... у вас совсем другая мера ответственности теперь. Изначально были только две сферы деятельности. Это вот агрономическая часть и инженерная. То сейчас это, в принципе, все хозяйство. Начиная от агрономической, заканчивая животноводческой сферой. Третью вот эту сферу животноводческую мне пришлось восприять именно в этом хозяйстве, где проходил практику. Так сказать, практику. Но она как бы была не практика, а больше работа, потому что там требования, опять же, были высокие ко всем работникам, ну и, естественно, где-то к уровню знаний, который пришлось повысить там, и придя в это хозяйство, его нужно будет постараться реализовать. А где вы изучали этот опыт? Ветковский район, тоже агрофирма имени Лебедева хозяйство. РУП «Гомеринерго» у них официальный представитель хозяйства. То есть хозяйство, которое специализируется, да, да, на этой отрасли. Она для вас была самая сложная? Но она была
одна, которая мне была незнакома, поэтому она для меня и была сложная, да. Много чего пришлось, конечно, узнать о животных, в принципе, потому что у меня там были как-то раньше растения, трактора, а животные – это несколько другое. Начиная от кормовой базы, заканчивая отдачей этого животного, вот, и, конечно, молоко, которое она в итоге дает. Ну, естественно, сейчас мы как бы стараемся делать планы для себя, для того, чтобы в следующем будущем году немножко повысить или увеличить питательность и своей кормовой базы, чтобы как можно лучше развиваться в плане наращивания производства молока. Вот я просто-напросто анализирую. Я анализирую над теми руководителями, которые сегодня даже в нашем районе посетили наш район на короткий промежуток времени несколько раз. Да, они считают себя руководителями, но они ими не стали. Если действительно ты считаешь себя настоящим руководителем, вот ты пришел в хозяйство, вот ты его взял, вот ты сделал так, что это уже у тебя просто, ну, не работа, это уже дом, это семья твоя, это твоя жизнь, и ты никогда в жизни не захочешь идти на любую другую должность, какую тебе будут предлагать, если у тебя здесь получилось, потому что здесь ты руководитель, здесь у тебя есть имя, здесь у тебя люди знают, люди уважают, люди ценят тебя. Поэтому я иногда считаю, что вот руководителям нужно, наверное, все-таки какая-то должна быть вот жилочка, это с рождения, вот что, да, вот я пришел, вот я не думал никогда в жизни своей, я никогда в жизни своей тоже не думала, что я когда-то буду руководителем. Я об этом вообще не мечтала, не планировала, и высшее образование я получила уже, будучи руководителем в хозяйстве. Я заканчивала дальше, продолжала учиться в академии. Поэтому, когда смотришь на многие вещи и думаю, что, наверное, все-таки вот это должно быть внутри человека, а потом оно получится и будет работать. А если просто человек не понимает, для чего его и учат в одном хозяйстве, учат в другом, в третьем, в районах разных, ну и результат все равно получается тот же. Вот это то, о чем говорит Галина Петровна, это уже не просто руководитель, да? Эти характеристики присущи руководителю, лидеру, то, к чему мы стремимся. Мы понимаем, что становление лидера – это достаточно длительный, многогранный и очень сложный процесс. Да, на это понадобится, я думаю, что много лет нынешним выпускникам школы молодого руководителя, ну, кому-то больше, кому-то меньше. Все из них отправились в так называемые проблемные хозяйства. А получили ли они инструкции, может быть, защитили какой-то план по реабилитации предприятия? Разумеется, инструкции они получили. Те, кто согласился на этапе собеседования возглавить хозяйство, как Максим Андреевич, они съездили, посмотрели, с районными службами проработали. Но защита по развитию агропромышленного комплекса района с приглашением всех руководителей сельхозорганизаций района проходила на уровне губернатора уже гораздо позже, когда наши руководители вникли в производство, когда уже сработались с коллективом, когда им стали понятны задачи, которые стоят перед ними. Этот этап уже проходил гораздо позже и осознаннее. Мне кажется, самое сложное в работе руководителя – это принимать жесткие решения и расставаться с кем-то в своем коллективе, если человек допускает не просто ошибку, а действительно серьезное нарушение. Евгений Николаевич, как поступаете в таких ситуациях? Приходилось ли уже увольнять людей? Да, приходилось. Безусловно, это сложно, конечно, но необходимо, наверное, еще, знаете, разбираться в подходе того человека, который не хочет работать. Потому что если бы он хотел работать, то он бы дальше продолжал работать. Ни в коем случае нет такого понятия, что просто кого-то взять, просто так и уволить. Нет. Только за конкретные какие-то нарушения. Только в связи с этим. По-другому пока никак. Галина Петровна, как принимаете трудные решения, которых, я думаю, что у вас было множество за эти годы? Конечно, их было очень много. Но дело в том, что никогда нельзя рубить с плеча. Потому что есть разные ситуации. И прежде чем уволить человека с работы, нужно разобраться в той ситуации и в том поступке, который он совершил. Есть очень много разных еще моментов, которые мы стараемся применить. Мы проводим беседу. Я
объясняю человеку, что нужно делать, как нужно работать, что ну, нельзя делать так, чтобы были неприятности у него самого, в его семье, в нашей семье, в хозяйстве. Поэтому ищем разные методы, чтобы поправить эту ситуацию. Но если уже человек не может понять того, что ему нужно кардинально поменять свое отношение к работе, к жизни, к своей семье, тогда с ними приходится расставаться. Но дело в том, что проходит время, и если мы понимаем, что человек меняется, конечно же, ну, нельзя просто так выбросить человека из жизни и забыть его. Мы стараемся принять опять в хозяйство, в свой коллектив, ну и, конечно же, дальше воспитывать и работать. Поэтому тем есть более разные ситуации. Люди-то живут рядышком, да? Это же односельчане, да. Как правило. Да, то есть куда же его... Да. Не вычеркнешь его из своей жизни. Что? Это сельское хозяйство, и нам они нужны, и очень нужны. И мы дорожим всеми, каждым человеком дорожим. Вот поэтому приходится и дважды принимать, и трижды принимать назад на работу. И реабилитировать. Работать, реабилитировать, да. Давайте о результатах поговорим. Максим Андреевич, как прошла уборочная кампания в этом году у вас? Уборочную кампанию мы завершили в срок, установленный президентом Республики Беларусь. Результаты получили на уровне прошлого года. Как бы мы себе обеспечили под полную потребность на год зерном, свое животноводство обеспечили, чтобы в конечном итоге получить соответствующую продукцию животноводства. Молоко и мясо, из которого сейчас слаживается наш бюджет. Какие-то выводы на будущую посевную для себя сделали? Что-то планируете менять? Конечно. Уже начинается работа по планированию работы на следующий год. Уже пересматриваем структуру посевных площадей, закупку семян, ремонт техники начинается, соответственно, как бы начинаем плодотворно готовиться к следующей посевной кампании. Евгений Николаевич, а удалось ли привнести в работу хозяйства что-то новое в этом году? На данный момент еще как бы не сильно много чего пришлось внедрить, но работы над сферой животноводства в большей части пока, потому что сейчас, в принципе, месяцы зимние, которые весенне-полевых и осенне-зимних работ, осенне-летних работ тоже как бы нету, занимаемся тем, что да, ремонтируем технику и планируем будущий год, а с отраслью животноводства сейчас приходится плотно работать. Это начиная от учета животных, от учета движения стада и продолжая полностью все вот эти пункты, которые туда включаются, заканчивая, конечно, производство молока. Сейчас на это все у нас идет большой акцент, и постараемся добиться какого-нибудь маленького, но в этом году результата. Ну, какие бы ни были знания, какие бы ни были новые технологии, все равно один в поле не воин. Мы об этом уже говорили сегодня, нужна команда. А вам есть на кого опереться в хозяйстве? Да, в хозяйстве есть на кого опереться. И кадры, которые разносторонние, скажем так, с разных отраслей. Но с некоторыми еще приходится работать, налаживать, настраивать, находить общий язык. И в процессе, я думаю, что мы наладим наше общение и построим хорошо нашу работу. Молодежь есть в хозяйстве у вас? Да, есть. У нас, в принципе, с отраслей, это вот главный инженер, главный агроном, это все молодые люди. Бригадир фермы нашей тоже молодой, недавно работает, тоже вот на полмесяца больше, чем я в этом хозяйстве. Но как бы стараемся, опять же, где-то работу над собой делаем, где-то какую-то, где-то, ну, немножко приходится и поругаться, но не без этого. Но и постараемся, конечно, вместе как-то добиваться результата. Максим Андреевич, как вы думаете, сегодня молодежь готова работать на селе? Готова, если обеспечить ей правильные условия труда. Какие? В первую очередь это жилье и плавно подводить их к работе в коллективе новом. Чтобы принял их коллектив, в который они идут работать. Будь то ферма, механическая мастерская, либо зерноток. Галина Адамовна, как вы считаете, почему на селе образовался недостаток руководящих кадров? Ну, вы знаете, естественный процесс – это старение руководящих кадров. Следующий момент – это все-таки достаточно такие очень тяжелые условия работы. Это колоссальная ответственность. Ну и третья составляющая, наверное, это то, что основной состав
руководящих кадров настолько часто сменяется, что скамейка запасных, выражаясь спортивным языком, но она просто не успевает. Поэтому было принято решение на уровне губернатора. Проект «Школа молодого руководителя». Первый этап мы закончили и уже подошли ко второму этапу, к формированию второго этапа, второго набора. Вообще, как вы думаете, сегодня как-то изменилось отношение у молодых людей к жизни на селе? Потому что мне кажется, что люди моего поколения, они как раз стремились уехать в город. А вот сейчас есть ли уже другая тенденция? Ну, наверное, такая тенденция, которая, вот, судя по нашим молодым руководителям, которые хотят все-таки работать в селе, она немножечко меняется, но я не скажу, что так сильно все поменялось в отношении к работе на селе. Это сложные условия. Если говорить о работе руководителя, я думаю, Галина Петровна меня поддержит. Это работа 24/7. Это, ну, достаточно ненормированный рабочий день. Это работа с людьми, это работа с животными, с техникой. Это все очень сложно, поэтому не каждый на себя готов взять такую ответственность. Конечно, далеко не каждый. Галина Петровна, у вас есть такие амбициозные молодые люди, которые сознательно выбрали для себя жизнь и работу на селе? Конечно, есть. Вот на сегодняшний день у нас в хозяйстве только 4 молодых специалиста. Хотя молодежи работает много, но это уже те люди, молодые, которые пришли, они отработали тот период, который после учебного учреждения должны были отработать, и закрепились, остались и дальше работают в хозяйстве, живут на селе. Есть даже молодой специалист, ну как не молодой, а уже специалист. Ну, я считаю, что это тоже молодой специалист, который прямо в агрогородке у нас в Залесье строит себе дом для своей семьи, хотя и имеет жилье сельхозпредприятие, получил, когда пришел молодым специалистом. И никуда не планирует уехать, и работает, и очень доволен своей работой, и все у него хорошо. Что нужно сегодня, чтобы молодежь оставалась, чтобы квалифицированные кадры, которые получили образование, после отработки не уезжали, не искали лучшей доли в городе? Это, как все говорят, что должны мы их обеспечить жильем. Это должна быть достойная заработная плата. То, что касается выходных, суббота-воскресенье, как говорят, должно быть, ну, это сложно. В сельском хозяйстве это очень сложно. И те, которые сегодня понимают, молодые специалисты, что да, я пришел в сельское хозяйство. Вот так работали мои родители. Значит, должен и я так работать. Ну, а так должен работать... И если платят достойную заработную плату, значит, я могу позволить себе все. Я могу себе позволить собрать деньги, построить дом. Я могу позволить себе детям там что-то купить плюс дополнительно. Потому что, как бы там ни было, на сегодняшний день, я считаю, что, наверное, в районных центрах, которые маленькие, где нет промышленности никакой, где нет больших предприятий, то сельское хозяйство – это то место, самое главное, где они сегодня могут все трудиться. Но вопрос лишь в заработной плате, потому что сегодня, ну, за 600 рублей, за 700 рублей, конечно, я думаю, что, как мы говорим, по 24 часа в сутки работать не будет никто. А если у них будет достойная заработная плата, конечно, они будут работать и с удовольствием, потому что понимают, что он пришел домой во время выплаты заработной платы, и пришел домой, и жену обрадовал: я сегодня принес заработную плату, и эта сумма составляет вот столько-то. Галина Петровна, сколько можно сегодня зарабатывать на селе молодому человеку? На селе? По-разному. Можно заработать 2000. От 2 до 3, 3,5 – это даже, ну, просто вообще не составляет никаких проблем, чтобы заработать такую заработную плату. Механизаторы столько зарабатывают? И у нас в хозяйстве сегодня столько получают. Ну, соответственно, специалисты тоже получают хорошую заработную плату, потому что, ну, мы же координаторы вот этого всего. Сегодня в любом случае человек, да, он поехал, все работает, но по-любому каждого нужно еще и проконтролировать, чтобы ответственно, добросовестно, чтобы
качественно выполнил свою работу. Поэтому на специалистах сегодня тоже очень большой груз лежит, потому что ну, человеческий фактор, он имеет очень такую большую и порой неприятную роль. В каждом хозяйстве есть же своя изюминка, понимаете? У каждого руководителя это хозяйство, либо это какое-то предприятие, есть своя изюминка, которую он использует, и вот с этой изюминкой люди идут на любую работу и беспрекословно соглашаются. Все идет очень хорошо. Я просто ну, беру свое хозяйство и своих людей, своих специалистов. Это, понимаете, не тот случай, когда говорит специалист, кто я, пойду там что-то с лопатой, либо на зерноток, либо еще куда-то, где-то нужно, может быть, помочь механизатору и колесо открутить, там где-то что-то поддержать. Это, ну, у нас не делится работа. Я главный инженер, значит, все вот это вот мое, и я никуда больше не пойду, ни на ферму, я ничего больше делать не буду. Вот идет заготовка кормов, значит, это, вот это они должны, они пусть и глядят, это их на обязанность. А у нас это делается все заодно. Если мне сегодня нужно специалиста вместо механизатора отправить на трактор, либо на кормозаготовительном комплексе, либо на зерноуборочном комбайне, никогда никто не скажет, что нет, я этого делать не буду. Все знают, что мы это должны сделать. И все идут и делают. Повезло вам с командой, а им повезло с руководителем. Да, спасибо. Проект по обучению резервистов в сфере АПК будет продолжен. Расскажите, пожалуйста, какой будет вторая школа молодого руководителя? Будут ли какие-то преобразования? Да, действительно, проект по указанию губернатора мы продолжаем, мы уже работаем. Предварительный этап собеседования уже прошел. Чем он будет отличаться от предыдущего? Мы надеемся, что в этот раз будут представлены все районы Гомельской области, потому что достаточно сложно найти руководителя сельхозорганизации в тот же проблемный Кормянский район. Поэтому нужно растить свои кадры, нужно растить местные кадры, и мы будем этому способствовать. Мы продолжим работать по модульной системе. Это будет изучение тех основ агрономии, зоотехнии, ветеринарии, экономики, бухгалтерского учета и, конечно, основ управления. Мы уже провели предварительную работу с преподавателями сельскохозяйственных вузов, с Академией управления при президенте Республики Беларусь. Конечно, мы продолжим наставничество. Это очень эффективная форма работы и форма взаимодействия. И понятно, что по сезонности будут выстроены какие-то другие этапы работы, но вместе с тем основа остается. Спасибо большое за такой интересный сегодняшний разговор. Евгений Николаевич, Максим Андреевич, вам я желаю успешной реализации всех ваших амбициозных планов. Пусть у вас все получается. А какой совет вы дали бы молодым руководителям в сфере сельского хозяйства и не только? Что самое главное? Не бояться, быть уверенным в себе, и все получится. В принципе, только поддержать моего Максима Андреевича. Не надо бояться, бросить страх на задний план, идти только вперед и, конечно, добиваться при этом каких-то результатов. Ну, естественно, для этого надо желание. Если не будет желания, то, в принципе, и незачем тогда идти, в принципе, и пробовать что-то делать. Галина Петровна, совет от состоявшегося лидера. Я бы пожелала, конечно, чтобы начали они свою работу с чистого листа, чтобы этот чистый лист их никогда не заморался, чтобы была добросовестность, честность, порядочность, чтобы уважали и ценили тех людей, которые с вами работают, чтобы вместе с ними радовались своим достижениям и были благодарны людям за то, что вы добиваетесь в своем коллективе. Удачи вам! Спасибо огромное. Молодость не является недостатком, и ничто не может помешать тому, кто не пытается казаться тем, кем он не является, а просто любит свое дело и ценит людей. Спасибо, что смотрели. Будьте с нами в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» в нашем YouTube-канале и в соцсетях. Для нас важна точка зрения каждого. До встречи!